Двух гражданок Украины почти со 120 килограммами сала и другим контрабандным товаром задержали пинские пограничники. О том, как это было, мы расскажем в нашем следующем сюжете. 31 декабря в поле зрения сотрудников пинского пограничного отряда на железнодорожной станции Горынь, одноименного отделения пограничного контроля Горынь, попали две женщины. Они приехали из Украины, вышли из поезда, можно сказать, налегке. Уже в кратчайшие сроки, в ближайшее время, они следовали на следующий поезд, Бухлич или Лунинец, но уже на тележках у них находились крупногабаритные сумки. И было очевидно, что они имели определенный вес, и немалый. Соответственно, были предприняты меры сотрудниками пинского пограничного отряда, и на реализации уже разработки были привлечены сотрудники пинской таможни. В ходе дальнейшего досмотра у гражданок из Украины выявлены товарно-материальные ценности без соответствующих документов. Это 115 килограммов сала, 25 бутылок ликероводочных изделий и 62 килограмма очищенных грецких орехов. Как выяснилось позже, данный товар перемещался из соседней Украины мелкими партиями и формировался вот такой вот купленный. Это происходило через третьих лиц в установленным нормам, перемещался на территорию Республики Беларусь. И вот в дальнейшем они планировали уже реализовать на территории Республики Беларусь незаконным способом. Общая сумма изъятого контрабандного товара составила более 2000 белорусских рублей. В отношении гражданок Украины составлены административные протоколы. В очередной раз пинскими пограничниками было предотвращено попадание на территорию Республики Беларусь контрабандного товара сомнительного качества. И это касается и алкоголя, и мясной продукции.